Новую больницу ждут жители Батагая Верхоянского района. Строительство современного комплекса начнется в конце сентября. Переезд ждет детское и терапевтическое отделение, а также местную поликлинику. Кто займется возведением будущего объекта здравоохранения, расскажет Альбина Павлова. Еще в прошлом году было известно о начале строительства модульной больницы. Зимникам были доставлены все необходимые строительные материалы. И в конце сентября текущего года уже начнется строительство долгожданного объекта. Я в свое время думал, что когда было ГЭС, то они бы строили. Но тут, видите, как наши уважаемые адычинцы встали грудью, зеленые. Поэтому я рад, что у нас будет в Батагае прекрасное здание. Заказчиком самого крупного объекта в Верхоянском районе является фонд будущих поколений республики. Ну а Батагайский больничный комплекс будет строить дирекция по строительству строящихся объектов под руководством Сергея Никитина. Наконец-то наше медицинское обслуживание выйдет на более высокий уровень. И новые условия современные. Здание будет огромное, обещает комплекс целый. Что там действительно уже не только лечиться и заходить туда уже опасно было. Люди, лежащие там, не выздоравливали, больше заболевали в таких условиях. А то, что будет новая больница строиться, это весь район ждет. И как отметила главный врач, в эти дни идет подготовка к переезду медицинского оборудования. Хотя это дело хлопотное, но, как утверждают сами медики, это самые приятные хлопоты за последние несколько лет. Мы сейчас, работники больницы, готовимся к переезду, демонтаж рентгеноборудования, скорой медицинской помощи. Надеемся, в конце 2017 года мы увидим вот долгожданный наш больничный комплекс на этом месте. Альбина Павлова, НВК СХ, Батагай.